У меня появилась собачка по названию Юнибус. Она запрограммирована, чтобы двигаться со мной на расстоянии там 10-20 метров. То есть не отпускать меня на большее расстояние и не, чтобы я не мог приблизиться. Но эту программу можно менять, там можно 100 метров или там 500 или 10 метров, неважно. Это мы тестируем сейчас интеллект машины и способность интеллекта распознавать образ человека, безопасность которого надо обеспечить. Потому что может случайно человек выйти, если на уровне земли, допустим, на дорогу, и машина может его сбить. И неожиданно препятствие появится. Опять же, в виде человека или животного. Поэтому вот я сейчас и продемонстрирую работу этой собачки. Пойдем за мной. Давай. Видите, я ускорил, она ускорилась. Я замедляюсь. Машина замедлила свой ход. Я остановился. Она остановилась. Я могу не поворачивать, пойти назад. То есть она видит меня. И это очень сложно определить, потому что очень много помех. Каждая травинка, каждый цветок, лента, столб, опора, путь, деревья, облака. Это все помехи. И это мы с детства несколько лет учимся распознавать предметы. Понимать, где стол, где стул, где там собака, кошка, человек, мама, папа. И это обучение проходит достаточно большой период времени. И там очень сложные программы, чтобы уметь распознавать образы. Так вот здесь на фоне помех техническому зрению и искусственному интеллекту очень сложно вычленить из помех на самом деле человека. И потом она будет показать на экране то, что видит машина. Там сплошные помехи. И где-то там вот эта точка – это человек. Видите, машина это отрабатывает. Не удается обмануть, а? Я потихонечку, давай. Понимает? Я могу спрятаться со столбом. Это очень сложно человека выделить на вот таком, на такой помехе, как столб, опора. И, допустим, на ее фоне я пойду к машине. Реагирует. Так, я могу спрятаться за помеху, за тот же столб. И, допустим, неожиданно появится. Она реагирует. И вот мы здесь впереди, можно сказать, планеты всей. Ну, в этой части. Конечно, не во всем интеллекте искусственном, не во всех программах управления. Но мы и в основном будем впереди планеты всей. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, зачем мы делаем. Мы делаем самый безопасный транспорт.
самый экологически чистый, самый эффективный, самый доступный и по цене самый доступный там по проезду и с точки зрения логистики. Транспорт будет рядом с человеком, и он будет безопасен для человека. Строй Skyway, спасай планету!